Стройплощадка «Застройщик Пик», улица Воронежская. Большой поток транспорта, колеса не моют. Также улица Воронежская, ЖК живописный, сад застройщик Дарс, картина та же самая. Вот в таком состоянии автомобили выезжают со стройплощадки застройщика Дарс. Я смотрю, насколько чистыми машины выезжают со стройплощадки. Вот у вас грязная машина. Я говорю, почему машина грязная?